В республике проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии». Одной из изюминок фестиваля станет встреча огня фестиваля, зажженного в городе Верхоянске, в исторической местности под названием Хаптолох, где в этом году прошел национальный праздник Исых-Алан-Хо. Огонь из Верхояния в Якутск доставят в специальной капсуле. Далее, 1 декабря в 5 часов вечера на праздничной торжественной церемонии одномоментно зажгутся новогодние елки во всех 36 районах республики, включая главную елку Якутии на площади Ленина.